Я ходил к нему на кладбище, а 2 крайних года не хожу. Почему? Ну, потому что могила его, она сделана для фанатов. Как и церемония прощания, которая была сделана в юбилейном, она была сделана чисто для людей. Потому что Миха хотел, чтобы его кремировали, его кремировали. На кладбище лежит прах. Ну, в принципе, я думаю, что поскольку Горшок человек был свободолюбивый, он, наверное, хотел бы, чтобы его где-нибудь над Питером развеяли, да?